Они поели всех лошадей. Скажите, обязательно Сталин капут. Задняя часть погон была изрублена. Более 200 человек погибли от моего огня. Гладков Павел Васильевич, место рождения, село Новое Зубарево, Краснослободского района Мордовской АССР. Военное звание, гвардии лейтенант, должность, командир огневого взвода. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии состоит с 1941 года. Я, Гладков Павел Васильевич, родился 9 мая 1921 года. Мой отец, полуграмотный деревенский мужик, очень пунктуальный, сразу пошел в церковь к батюшке. Но церковь оказалась закрытой. И завтра утром отец мой идет в церковь. Батюшка на боевом посту. И говорит: «Батюшка, у меня родился сын». «Хорошо, хорошо». Достает большую толстую книжку и пишет: «10 мая 1921 года». Я ходил в школу, и в школе люди говорили о войне. И мы занимались, сами мы, мальчишки, хотели, очень хотели все быть летчиками. И когда прилетал самолет над нашим селом, мы всей гурьбой, ребятишки, выбегали и устремлялись смотреть на этого самолета. 22 июня я заканчивал учительский институт, и последний госэкзамен по истории древнего мира был назначен на 26 июня. Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, «23 июня мы досрочно сдаем госэкзамен по истории древнего мира. 24-го нам вручают дипломы, и мы в руках с этими дипломами начали штурмовать городской военкомат». «Партия Дваев, берись до последней капли крови за наши города и села». В военкомате сразу нас, значит, в баню помыли, постригли. Вот. И список Иванов, Петров, Сидоров и так далее, значит, направляется в город Чкалов для учебы в военно-зенитном училище. Мы изучали малокалиберную зенитную артиллерию. Это которая стреляла на 2,5 километра, то есть предназначена для стрельбы по пикирующим немецким самолетам и по штурмовым, то есть которые летят очень на малой высоте. Но наши эти зенитки малокалиберные
Мы так и прозвали «Золотая пушечка». Они были, так сказать, грозой для фашистских самолетов, летящих на малой высоте. Они упорно готовятся сейчас, чтобы в бою оправдать высокое звание советского артиллериста. Пришлось попасть сразу под Сталинград. И там и началась наша боевая деятельность. В один из солнечных дней, холодных солнечных дней, смотрим на горизонте, на очень малой высоте летит один Хейнкель 111. Это двухмоторный бомбардировщик, которого немцы использовали и для дальней разведки. И километра на около двух на дальность он был от нас, и мы открыли огонь. И смотрим, один мотор у него был, один мотор подбит, летит на одном моторе. Сравнявшись с нами, до фронта остался километра 2 или 3, перелететь и все. Но он почему-то повернул направо, наверное, приборы мы ему попортили, и полетел вдоль линии фронта, и вскоре сел на брюхо. Это был наш первый самолет, который мы сбили под Сталинградом. Фашистские хищники, пытающиеся прорваться к нашей родине, находят себе могилу на советской земле. Однажды ночью мы встаем из своих землянок, и вся наша огневая позиция усыпана разноцветными листовками, в которых немцы пишут, что сдавайтесь, поднимайте руки, и вот эта листовка для вас будет пропуском. И скажите обязательно: «Сталин капут». У вас деревянные танки, у вас деревянные фанерные самолеты, и какой только ахинеи там и не писались. Но наши солдаты настолько были уверены в нашей силе, что единственное, что эти листовки употребляли единственное для санитарных нужд. Фашисты одурманивают солдат хвастливой брехнёй. 19 ноября 1942 года. Ранним утром по сигналу прославленных гвардейских минометов «Катюш» тысячи орудий открыли ураганный огонь по позициям врага. Ну и началось, как говорится, окружение сталинградской группировки во главе с фельдмаршалом Паулюсом. В конце концов, эта группировка была разгромлена, и огромная армия немцев была взята в плен. Из приказа о награждении. За время рейда полка и при дальнейшем разгроме окруженной немецкой группировки под Сталинградом 19 ноября 1942 года товарищ Гладков показал себя мужественным командиром. Умело руководил боевой деятельностью взвода во время налетов вражеской авиации на боевые порядки частей корпуса. За время операции полка взвод товарища Гладкова сбил 3 вражеских самолета. Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды 5 января 1943 года. Еще один германский стервятник, объятый пламенем, грохнулся на землю. Мы сбили официально 27 фашистских самолетов.
фактически было 31 или, может, даже 32. За всю войну, да. Это очень хороший боевой счет. Мы никого не убивали. Мы стреляли по самолетам. Там, естественно, когда падает самолет, конечно, они гибли, немецкие летчики. Конечно, гибли. Ну-ка, они нас тоже бомбили, они не стеснялись. После Сталинграда мы переехали в Ростовскую область. По пути у меня сломалась одна машина. Командир говорит: оставайтесь тут на ночь. Вот. А утром мы за вами пришлем «Шевролет». И уехали. Погода стояла 30 с лишним градусов мороза. Дул сильный ветер, пурга. Мы замерзаем, а вокруг ни травинки, голая, голая степь. Вот. Ну, наконец, выглянула луна, и мы обрадовались, что недалеко поруб. То есть рос лес, лес спилили, и остались вот такие пни, которые снега, значит, так торчали. Взяли топоры, пошли туда, смотрим. Это итальянцы. Мерзлые, замерзшие итальянцы. Что делать? Начали таскать этих итальянцев. Таскать, ставить вот ногами в снег. Один ряд, потом второй ряд. То есть создать себе, чтобы спасаться от ветра, прежде всего. Построили такую подковообразную, фигурную защиту. Вот. И выдюжили до утра. Нас спасли итальянцы. Летом 1943 года, пытаясь взять реванш за Сталинград, враг сосредоточил на флангах Курской дуги румынские дивизии и много своих новых танков. Уже начали с 5 июля действовать на Курской дуге. Мы сбили 3 самолета, и снаряды у нас кончились. Все. Мы превратились в незащищенную от самолета врага мишень. И вот пикирующий «Юнкерс-87» летит и вот так переворачивается, и с пикированием бросает бомбы на эту цель. Я стоял, и когда он выбросил 3 100-килограммовых бомбы, вот, я думал, что я сейчас, вот это доли секунды какой, я сейчас думаю, перебегу вот сюда, потому что думал, что снаряд бомбу падет туда, где я стою. Но потом это решение отменяю и упал, распластался здесь, где стою. И прижался к земле настолько, что когда вот так лежал, вот погоны, вот эта вот задняя часть погон была изрублена осколками от этой бомбы. Один осколок попал мне, вот, лежал так, в руку, пронзил руку, разрезал вот этот гвардейский знак и
пробил кипу документов и царапал меня через нательную рубашку. Если бы не было на его пути гвардейского знака и вот этой кипы бумаг и плотно сложенных документов, то бы хана. Битва на Курской дуге. Время проведения. С 5 июля по 23 августа 1943 года. В сражении участвовали 2 миллиона человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. По статистическим данным, потери войск Третьего рейха в Курской битве составили 3095 танков и САУ, 844 полевых орудия, 1696 самолетов, свыше 5000 автомашин и до 500 тысяч человек убитыми и ранеными. В тяжелых боях, преодолевая упорное сопротивление, наши армии в неудержимом порыве рвались вперед. Приехали мы в небольшой поселок. Готовимся к тому, что есть будут налетать самолеты, чтобы дать им отпор. Вскоре получаем команду «Отбой, поход, вперед!». Я даю солдат команду «Срочно машины на батарею!». Приходит товарищ старший лейтенант, шоферов нет. Как нет? Еще раз проверить каждый кустик, проверить каждый дом. Наконец прибегает один шофер хозяйственной машины, Юсупов фамилия, азербайджанец по национальности. Товарищ командир, шофер. Он выйдет, тот дом, и там пулемет. Немец стреляет с пулемета по нашим шоферам. Я сформировал две группы по 4-5 человек. Зайти в обход вот так и открыть огонь по этому пулемету, чтобы выручить шоферов. Пошли мои ребятки. Слышу немецкий пулемет. У меня аж голова в круг. Потом, значит, снова стреляют наши с автоматов, с винтовок стреляют. Вот. Наконец стрельба прекратилась, и прибегают эти наши шофера. Этих нет, кого я послал. Думаю, боже мой, неужели они погибли, неужели что? Наконец смотрю в бинокль, один идет, ведет несколько человек, солдат, увешанные винтовками немецкими. И так привели 33 человека. Построил их, все такое, отобрали ножи. А теперь, я говорю, «Зитцен же ин ринг». Скомандовал я на немецком языке. Сели вокруг, и они вот так смотрят друг на друга. Что же сейчас будет? Наверное, будет какая-то страшная большевистская казнь. Наконец, привозят котел на 60 человек. Я говорю, вы должны, имеете 5 минут, и все то, что находится в котле, срочно положить в свои котелки. И я уверен, что не прошло и 5 минут, как немцы очистили этот котел так, что его можно было даже не мыть. Вот так я расправился с пленными немцами. Лживая германская пропаганда запугивала пленных гнусными измышлениями о зверствах Красной Армии. Теперь они смогут рассказать правду обманутому немецкому народу. У нас 4 было батареи и 4 разных командира.
Был один командир такой. Кружку водки, сам касаясь жен в плечах, матом ругался многоэтажным. За какое-то малейшее упущение солдат мог за грудки и потрясти, как говорится. А я этого не делал. Я был самым спокойным. И в полку у Гладкова, говорит, батарея какая-то спокойная. Солдаты меня берегли, как зеницу ока. И вот уже после войны встречаюсь со своим бывшим командиром орудия. И вот Качкан Дадыкович, что-то, говорит, дело-то прошлое. Почему у вас еще не были готовы окопы для орудий, а командный пункт батареи для меня был уже готов? Он немножко подождал и с характерным кавказским акцентом говорит: «Павел Васильевич, это был наш дело», и не сказал. Это было наше дело. Берегли они меня. Мы воевали в Белоруссии и на Украине, а потом в Польше, потом уже в Германии. Форсировали реку Одер. Был, значит, населенный пункт, из которого немцы уже убежали. И мы, значит, заняли там один дом, и там на тумбочке в углу стоял радиоприемник. Включили радиоприемник и стали слушать Москву. Я, переутомившись, конечно, до чертиков, на раздолбанном диване уснул, и вдруг позывные Москвы. Потом бархатный голос Левитана: «Внимание всем радиостанциям Советского Союза! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил». Прослушав это радио, я с этого раздолбанного дивана, на котором спал, спрыгнул в эти большие сапоги 43-го размера, бегу на батарею: «Тревога! Товарищи, война закончена!» Выбежали все, кто прыгает, кто кричит «Ура!», кто топает, кто пляшет, кто плачет. И вот так мы встретили День Победы, первый День Победы. Война – это испытание всех духовных, физических, моральных средств. Это я называю кровавой академией. Вот что такое война. Не приведи Бог, чтобы вашим детям, внукам, правнукам пришлось пережить войну.